Всем привет! На очереди у нас очередной честный обзор. И сейчас мы будем обозревать... Что мы будем обозревать-то? Что-то на основе джин-тоника. Джин-тоника или джина? Джина. Ну, есть... Вот это джин-тоник. Угу. Да нифига. Тоже джин. Тоже джин. Напиток слабоалкогольный газированный на основе джина. Джин грейпфрут? Джин роза? Ну, наверное... Пустынная роза. Десерт роз написано. Ну, роза, наверное, не в плане вот этого, ну, цветов, то, что, что розовое, имеешь в виду? Да, да, скорее всего, что вот, ну, за то, что, ну, розовый цвет. Ну, собственно, джин и лайм. Значит, начнем с первой. Давай. От цифры 1. Давай. Тут вот написано Феллини Тай Лимонад. Типа тайский лимонад, джин лайм. Ну, там еще побольше, смотри. Джин лайм что, блядь, мохито? Короче, читаю состав. Вода, это фиг с ним. Джин, исправленная вода, спирт этиловый. Момент. Это фиг с ним. Исправленная вода? Исправленная вода. Тебе это как-то не настораживает? Я не знаю, что это. Я тоже не знаю. Короче, этиловый ректификованный из пищевого сырья люкс. Спирт этиловый, блин. Ректификованный? Ректификованный. Слушай, что-то чем дальше, тем хуже. Дальше, слушай. Настой спиртованный из можжевеловой ягоды, зерна кориандра и кардамона. А, ну это основа джина. Корки померанца. Ароматизаторы пищевые натуральные. Тип джин, кориандр, кардамон. Основа натуральная. Джин драй. Ну и все, дальше. Сахар и кислотности режим. Вот. Ароматизаторы пищевые. Джин, лайм, эфирное масло, базилика. Базилик? Базилика. Базилик, ну, это уже здесь написано, да, вот джин и лайм. Цветок базилика. Угу. Газированный, да, он? Вообще, по идее, да, должен быть. Газированный, что-то я не вижу газиков вот тут. Вот они, эти газики. Ну, есть небольшие. Ну что, погнали. Пробуем. Как будто базилик пахнет. Интересно, в состав оригинального джина входит базилик? Ну, как видишь, нет. Там же кориандр, кардамон. А как вообще правильно пить джин? Можешь чистым, можешь мешать коктейли. Не-не-не, я к тому, что это, ну, ну, допустим, водку, да? Ее там наливают, писярик, ага. И, ну, так, опрокидывают. Вино там, ну, медленно там потягивает из бокала. Там же как коньяк. Мне кажется, джин пьют как виски, тоже подтягивают. То есть тоже подтягивают, да? Кажется, да. Если вы что-то об этом знаете, напишите нам в комментариях. Да, будем очень признательны. Ну, трава, запах чувствуется. Базилик. Ну, вот я говорю, базилик. Прям вот... Травой, прям. Прям ярко. Слушай, запах тот полынь напоминал. Ну. Может, тоже типа базилика? Там не был базилик в стае. Нет, базилик и полынь вообще не различаются сильно. Ну да. А это прям чувствуется, что базилик. Какую-то, например, микстуру от горла, от кашля. Доктор Мом? Нет, доктор Мом я не давно уже не пил. Типа бромгексина. А я бромгексин не пробовал. Ничего, прикольно, в принципе. Ничего так. На вкус, да. Можно пить. Вкус после вкусия нормально. Год на год, в принципе. Ничего так. Сойдет прям. Да, вкусно. Следующий. Так, ну что, следующий у нас на очереди. Десерт роз. Пустынная роза. Ну, поди, да. Джин и цветок розы. Как бы на английском написано, читай, что там по составу. Исправленная вода, джин, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья люкс. Настой спиртованный из можжевеловой ягоды, зерна кориандра и кардамона, корки померанца. Ну, это основа джина. Ну, давай дальше. Так, ароматизаторы пищевые натуральные, тип джин, кориандр, кардамон. Основа натуральная джин драй, сахар, стабилизатор, мальтодекстрин.
читай, где там эти... Слушай, я раз по слогам читал, в классе в первом. Добавки читай. Джин, тоник, шиповник, вкус земляника. Шиповник, вкус земляника? А, ну, в принципе, шиповник это как бы и есть роза. Дикая роза. Пустынная роза, да? Да, не дикая роза. Пустынная. Как бы шиповником вроде он и считается, типа, к розам относится как будто. К одному из видов. Я про такого слышал. Ну вот, значит, что получается? Значит, шиповник это роза. Настойка из шиповника? Получается, да. Вкус земляника зачем-то. Ладно. Лучше и той открывашки. Сразу посмотрим. Это лучше открылся, чем тот. Удивительно. Тот, когда он открывался, и в стоп произошел, и руку уже дальше режет. Режиком режет. Вот на запахе не чувствую ничего. Может, я корона? Не, хватит. У меня была нормальная корона. Хм. У меня была блатная. Интересный запах. Ты запах чувствуешь? Я какой-то. Да непонятно. На шиповник не похоже. Нет. Земляника. Да. Вот это походу. Да, да. Все-таки. Земляника. Слушай, по-моему, тот получше был. Тот лучше был. Однозначно. По-любому. Однозначно. Ну, землянику как... я по вкусу не чувствую. Я чувствую что-то вот. Вот именно вот связано с земляникой все-таки, походу, да. Думаешь? Мне есть. Получается, ну, клубника. Может, клубника, ближе... земляника. Может, ближе к шиповнику? Такой вот, послевкусие. Не, мне нет. Именно не земляника больше чувствуется. Да? Все-таки да. Ну, то это предлагаю просто каждый по-своему остаться. Каждый... пусть выбирает для себя сам, какой вкус он чувствует. Вкусовые сосочки. Что вы? Вкусовые сосочки! Надо сделать кальян. Нахер надо. Надо курить кальян. А не будут кальян. Пошли до центра курить кальян. Где кальян? Курить центр. Аджарагуджу. Так, ну что? Давай, читай. Напиток номер 3. Джин грейпфрут. Он же тропический цитрус. Так, сок лайма концентрированный. Джин тоник вкус грейпфрута. И все, да? Да. Ничего лишнего нету. Нет, ну вот эти всякие там... то понятно, основа. Да. А так вот только... Как вот здесь, блин. Написано одно, а там еще есть земляника, там что-то еще, базилик. А, это там было написано базилик. Да. Ну вот надо это. Надо пробовать. Кто я забыл? А. Тропический. Вот это твоя фраза, кто я забыл, блин. Джин, грейпфрут. Можно трактовать. Как хочешь. Кто же я? По-моему, есть запах. Есть. Грейпфрута именно вот. Угу, да. А на вкус не чувствуется. А, чуть, нет, чуть, горчит, чуть. Горчит в конце. Да. Именно да. Грейпфрутовый угу. Этот горечь. Да, чувствуется. Немножко, но есть. Ничего. Хорошо. Да, в целом, очень даже неплохо. Гораздо лучше, чем то... что мы пили до этого. Угу. Что по итогу? Тебе как? Нормально. Это можно даже пить, в принципе. Да. Так, пару бутылочек, одну-две. 5.5. Не крепкая. Пьется легко. Послевкусие довольно приятный. Да. Что, какого вкуса я ел, такое чувствуется, по сути. Да. То есть нет этих вот... всяких морковок, ежевик и какого-либо прочего, не буду произносить это слово. Так что в целом хорошо, рекомендую. Ну а с вас лайки, комментарии, подписки. Всем пока!